Глубокий вдох, и над смельчаком из Грузии закрывается решетка. Ему предстоит собрать 6 кубиков Рубика на одном дыхании. 18-летний студент Вакум Арчелашвили намерен установить новый рекорд Гиннесса. За его достижением следит Грузинская федерация рекордов. Молодой человек готовился к этому 6 месяцев. Каждый день по несколько часов учился задерживать дыхание. Что касается скоростного сбора кубика Рубика, Марчелашвили выступает на международных турнирах, а также является двукратным чемпионом Грузии. И вот последний кубик, и юноша выныривает из куба. Его время 1 минута 44 секунды. Я уже давно собираю кубик Рубика. Идея сделать это под водой пришла внезапно. Мне пришлось много тренироваться. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Энтони Бруксу. В 2014 году он за 1 минуту и 18 секунд собрал под водой на одном дыхании 5 кубиков. Перед установкой рекорда я много тренировался. Нужно было подумать о безопасности, поскольку даже малейшая ошибка могла представлять опасность для жизни. К счастью, я побил рекорд Энтони Брукса. Думаю, мой результат будет оставаться рекордным еще долго. Грузинская федерация рекордов уже направила данные в книгу Гиннесса, чтобы получить официальное подтверждение.